Всем привет! Вышли на прогулку. Уже второй заход. Аня уже гуляла. На меня обижается, да, что я с ней не гуляю. Вообще не хочется гулять. Дела у меня. Да чего я не хочу? Ну, у меня две стирки. Надо было голову помыть. Угу. Посуду перемыть. Дела домашние поделать. А как у меня нет, так только гулять. Да я вообще не гуляю. Я вообще не люблю гулять. Я люблю дома быть. Да, я домашний человек. Мне хорошо дома. Хорошо на улице, да? Девочки, зашли вчера в магазин. Ну, я вам видео вставлю. И там такие красные платья привезли. Теперь хочется красное платье. Девочки, в магазин я беру шлюпки. Беленькие. Мне эти нравятся, мои старенькие. Тут разные. Вот эти мне не идут вообще. Вот этот скошенный носок не подходит. И вот эти еще мне понравились. Вот эти вот. Я сомневаюсь, или эти. Сейчас я тут думаю. Или эти. Ну, тут надо вот так обуваешь, чуть-чуть рукой поправляет. Даже не знаю. Тут на платформочке, а тут на низеньком. Мне кажется, вот это лучше, да? Ну, Аня, это эти лучше, круче. Не знаю. Аня, все, идем. Смотри еще раз. Девочки, пока Аня расплачивается, я снимаю вам, просили текстиль. Полотенечки. Цены 45. Ну, тут разные эти. Из микрофибры. Магазин. Все, побежали, Маня меня зовет. Я иду. Все. Вот так, мои шлепанцы. Все, спасибо, до свидания. Мне вот эта девочка понравилась. Такая, как на пляж можно, как туника, рубашечка. Размеры, правда, не. Ладно, уже магазин закрывается. Все. Девочки, ну, взяла эти. Нормально? Аня, нормально? Беленькие. Ну, я знаю, тебе те понравились. Вот такие вот. Вот. Надписи еще посмотри какие. Я увидела. Нет, задом повернись. Мам, тебе нравится? Кто? Ну, как сейчас Софи сделала. Да, нравится. Так, девочки, давайте собираться. Давайте. Камила Константиновна хочет играть. Хорошо. Она так и говорит. Да. И я сейчас надену белые шлюпки свои. Покажи сзади. Ой, как эта тетя говорила. София. Сзади покажи. Покажи сзади. Ну, мне там не видно. Еще туда дальше стань. Красивенькие крабики. О, вот так, чтобы мне его все равно видно. О, так. Что-то гремит. Ага. А мы только собрались на улицу. Кто там? Кто там? Кто там? Что за пупсики носками дергают? Кто там? Бегу. Мама, давай, я побежала. Софийка, обувайся, пожалуйста. Да ничего не прохладно. Да? Мы с подружкой на прогулке. Она покушала. И мне тоже. Навалёхала. Ну, теперь будет снова спадки. Давай, Сусю. Она... Как с ней можно ходить гулять? Камилу надо укачать. Она как рванула. Она говорит, ты не спеши. Сейчас я укачаю, будем тогда медленно ходить. Идем, Саня, елка валяется. Это что-то выбросил. Тяжело было до мусорника донести. Теперь валяется елка.
А мы вчера вечером вышли на улицу, вынесли коляску, дождь пошел, постояли под деревом и домой пошли. Сегодня, не знаю, не обещают дождя, но видите, какие тучи. Ух. Кого-то заливают, у кого-то вообще нету дождика. А мы раньше там жили, на 5-м этаже. Не? На телевизоре соску. Ходили в магазин с Камилочкой. Ей же сегодня 5 месяцев. Купили там, Аня. Я говорю, Ань, выбирай сама, что тебе больше нравится. Так она там джинсовый сарафанчик выбрала, платьюшко. Панамку купили. Я говорю, давай панамку на лето. Я говорю, скоро ж сидеть будет, уже будешь да потом в сидячем блоке катать, тепло. Я говорю, ну да панамочку на голову. Ну такая прикольная панамка, потом вам дома покажем. Аня, вам шарпей не надо? У меня есть свой. Точно же шарпей малый. Он продает собак шарпеи. Продам. Шарпеи? Объявление. Продам шарпеи. 3,5 месяца. Кому надо, может быть. Но за ними тоже ухаживать. Складочки все протирать. Ты спортсменка. Девочки, ешь в своих шлепанцах новеньких. Все отлично. Уже походила нормально, хорошо, в платьюшке. Все, укачала. Можно теперь медленно ходить. Ну, хорошо. А вы умные, ты забежала, поела. София, я нагрела, поела, я ж не ела. А что ты не ешь? А, ну, у тебя же дела домашние, ты же у нас такая занятая. Дела, я бы тоже борща поела. Ну, иди. Ладно, не, пошли погуляем. Конечно, сейчас мороженое купим. А мы же уже ходили в АТБ, это мы уже по кругу. Я все. Я третий был уже раз в АТБ. Этот, ходила, Женя швафли покупала на тормозок и купила этих шоколадок. Вот эти миллениум с орехами, они сейчас по акции, по 19 чем-то. А так 30 гривен шоколадка стоит. И этот... Я думаю, да, вот так, открою шоколадки. Женя только покупал шоколадки. Открою, думаю, пластиночку съем, потом еще. Уже все, мусорники уже пустые. Софиечка, у нас быстренько. Все да сам. Вы все быстренько да подъедаете. Ладно, я немножко. Так я купила себе черный шоколад. София не любит черный, а я люблю. Вот я черный буду кушать. Вам спрячь. Я купила себе 2 черных, а вам 2 молочные. Ну, пошли по мороженому купим. Хочу, может, в парке на лавочке. На лавочке посидим. София? Чего обидится? Мы сказали, мы вам за 9-м домом. Да, ну она с телефоном наберет. А мы вчера, когда я шлепки покупала, купили София, Костя, Аня купила шорты. Да? Он не знает, зачем ты говоришь? Это же сюрприз. Да он не будет смотреть. Да, конечно. Ну ладно, уже все знает. Но они на него маленькие. Женя сегодня, я говорю, Жень, померяй шорты. Женя померяла, они на Женю как раз. В общем, Женя оставили. А тебе надо сходить, глянуть, пока их не забрали. Вот эти вообще красивые. Такие аппетитные. Всем приветики. Прибежали домой, начался дождь. Но его уже нет. Так, Софика, сейчас мороженое поверю. Сейчас покажу, я вам немножко в магазине показала вот такую вот тирамису. Но на вид что-то это не как... Не. А, это кисточку тирамису. Ну, вот такое вот. С чаем попьем. Что-то нам сладкого просто очень захотелось. Потом вот таких вот вкусняшек, девочки, там на тарелочку переложить с разными, как... Орешки вверху разные. Вот эти начинки. Кокосовая стружка там. Кокосовая стружка. Они тут желтенькие, красненькие, еще беленькие. Какие-то беленькие. В общем, такие вкусняшки. И оранжевые даже. Есть, там, да, желтенькие.
там София вот такой попросить. Познаете, как чурчхелы? Типа. Ну, это, наверное, как мы есть, наверное, чурчхелы. Нет, это по-другому хотя назвать. Она любит оранжевые, зеленые, красные. Так, и мороженое. Убираем, убираем морозилку. Мороженое Крещатик еще в АТБ Палкси. Давай последний. Вот сюда. Три. Сейчас. Четыре. Кстати, я уже одну съела. Пять, шесть, семь. Восемь мороженое мама взяла. И купила Ане вот такой вот дуршлаг. Ей сильно понравился. Дуршляк по-украински. Мыска дуршляк. У меня оранжевая. Она говорит, ой, какая классная. Захожу в АТБ, они тоже продаются. Я тебе говорила. Угу. А я хочу борщ. Сейчас борща себе нагрею. Угу. Я уже кушала. Так и все кушали. Я хочу вот это сильно попробовать, потому что открывай. Я его сдала прямо. Так, что тебе так завязала тяжело? А, не, Лёвка. Все, дождя нет. Только шел. Ну, гремит. Ну, гремит. Сейчас я вот это в холодильник уберу. Мама, это гремит аж где-то там, потому что там будет где-то. Там даже, там, да, будет. Ну, вот шоколадки понабирала миллениум. Две? Да, еще я две себе спрятала. Да, давайте с красненькой запробуем. Сейчас я покажу. Так, сейчас откроем. Покажу вам, какая вкуснятина. Такая вот. Сейчас на тарелочку повыкладываем. Разные, да? Угу. Вот с такими. Ой, пахнут. Кокосом пахнут. Угу. С разными орешками. А я вот что кушаю, очень вкусно, кстати. А мы достанем, давай, каждому. Вот нас три, да? Угу. Вот три с фундуком. Но мы столько не скушаем. Три вот таких попробуем. Ну, каждому по одному. И папе оставим. А то папа наш на работу уехал. О, девчонки, гляньте, какая красота. Угу, неимоверно. Кстати, одну съела, очень наелась. Да? С этим кефиром? Во. Красотень какая. Девочки, будем. Вкусно, все на пальце. Да? Мама. Все хочется. А, да, вон ты серый, да, вкус взяла. Да. Черный шоколад, чтобы вы не ели. Точно. Я хочу борща. Я хочу борщ. А ну отходи сейчас. Девчонки. А где тарелочки глубокие, белые? Одна здесь. А где остальные? Как всегда, все в посудомойке. А? У меня видео. У меня видео идет. У меня видео. Ну, я видео, что ты, что тебе помогать? София, София, давай. Девочки, пробуй, только вы сюда не выходите. Я не выхожу. То Аня как-то не в приглядном виде. Кормящая мама. Ой, а что мы черного хлеба не купили? Сто раз в Азии сегодня ходили. Не знаю, как мне. Я с борщом хочу черный хлеб. Давай, София. Не надо, завтра купим. Мясо достала, Мите надо разморозить говядину. А то ребенка нечем кормить. Все доело. Ты потом покажешь, Аня, платьюшки Камиловны? Ну, да, хотя бы на приличном виде. Хорошо. А мне... Я и борща хочу, и сладкого хочу. Знаете, как тот человек голодный, все пьел. Все пьел. Сейчас борщ. И прям с луком буду. Сейчас нагрею. Так, где моя тарелка? Бежала за Аней. Вот у меня тут уже кокосы понасыпали. Обещали, сегодня не будет дождя. Так, конечно. Как же так? День без дождя называется день на смарку, да? Он уже пол кастрюли съели.
борщик пошел на ура. А я еще думала, или маленькую сварить кастрюльку. Ага, маленькую это было бы на раз. Мяса попадает много, и мне и так 3 куска попало. Пока отсюда уберу. У меня, да, там в раковине посуда грязная, девчонки. Это Женя только что поел и ушел на работу. А мы ж на улице гуляли. С утра мыла все. Ты в приглядном виде? Да. Ну, давай. Что-то хочется, чая хочется. Я сейчас чайник клацну. Так, у меня борщ греется. Борщ, лук. Ты будешь лук есть? Да. Потом ко мне не есть и целоваться. Хочу. Кто? Тирамису. Это тирамису, да. Кисточку тирамису. Ну, не такое какое-то тирамису. Другое. Обычно я брала одну, а это какое-то... Ну, оно стало вкусное. Какое время? И сметану. Закончили. Что это? А папа, наверное, доел, да? И лук. Лук. Ко мне целоваться не есть. Не буду. Что я знаю, ты любишь. Кого меня обнимают, целовать. Ну, не знаю, что это. Мне надо соль, девчонки. Есть какой-нибудь вкусный чай. Вкусный чай? О, этот, этот израильский. Это он? Нет, сейчас тебе дам. Сейчас. Смотри, это же я тебе оставила, потому что София весь повыпивала чай. А, зеленый это, да? Это не зеленый, это черный. Это зеленый, а этот смелис. Ой, этот вот мятный вкусный. Да, я ж тебе все оставила. А, тут такие, а. И ножнички. Подай мне, пожалуйста. Все приготовила. Спасибо. Все? Пожалуйста. Вот я очень аппетитно надоела тебе. Спасибо. А ты не хочешь борща? Нет, я ела все сиську с макаронами. Забыла? Нет. Время 5:30. Полшестого. О, гремит. Погуляли, да? Ну, Ань, ты с 12 часов гуляешь. Сейчас. Я привыкла все жить на улице. Понимаешь? Ань, тебе в своем доме тебе легче. Взяла коляску, вышла, вот тебе если двор. Брошь. А у нас дождь пошел, тягаешь ее туда-сюда на этаже. Девочки, даже вот так. Хлеб со сметаной. Хотя люблю с майонезом. А что ты... Ладно, я буду кофе. Сейчас. Я кофе основной по утрам. Вот утром выпила кофе. Получу удовольствие. Да? Ну, сделай мне чай. Хорошо? 5 баксов? Какой тебе? А я тебе миску какую купила. Ой, спасибо, все, теперь не надо мне 5 баксов. Так еще будет. Скажи, пожалуйста, какой тебе сделать чай? А вот тут Тед стоит. Тед? Только закипел. Не, надо доставать справа. Кого? Он уже стоит. Минуту. Ой, электроэнергию мотайте. На, быстрее. Ой, еще и в мою чашку. Хотелось вот, спасибо. У тебя такая деловая хамила берет меня и, знаешь, вот так за лицо прям щипает. Она же ее обнимала. Она научилась щипаться, Аня ее качает, она ее щипает. Да. А еще она только что перевернулась 2 раза вот так. Ты смотри, чтобы с дивана 2 раза не было. Мам, у меня же... А вкусно. Приятного аппетита. Спасибо. Наташенька. Спасибо всем здоровья. За приятный аппетит. Я вообще такая полежала. У меня волосы мешают. Тебе принести крабик? Да, и потом будет снова залома, да? Ношу да. Делать. Тебе без сахара тоже?
Нет, пусть заваривается. Потом я положу одну. А может и не буду. У нас же что-то много сладостей. Ну, открою тогда. Открыла. Покажу поближе в камеру. Пироженки. Пахнет хорошо. Да, Ань, принеси коробок, я так не могу есть. Волосы. А может тебе резинку дать? Давай. Вот, пружинка, она не передавливает, я ж... Никакого удовольствия. На два раза, и больше нельзя. Все, это ж другое дело. А что никакого удовольствия? Сала только не хватает, сала нет. Чеснока. Не, я с луком. Я не знаю, что, но лук я не люблю вообще. Надо есть. Зачем? Чтоб цинго не болеть. Да, и, а вот это как для серии, вот ты не ешь суп, а то у тебя все болит. Вот суп надо есть. Суп, ну, ничего надо подобного, я это вам не скажу. Правда. У каждого организм по-разному. Ну, всякие болячки у всех там бывают. Мне не всегда от супа бывает хорошо. Ну, голова если... болит, это потому что суп не ешь. Что болит, это потому что суп не ешь. Ну, это с детства раньше так приучали супы есть. Хотя я люблю первое. Ну, я могу без люблю. Него обходиться легко, и я чувствую себя прекрасно. А могу покушать и потом страдать. Ну, мы ж какие? Мы ж варим бульоны на мясе. Надо отдельно варить мясо. Ну, это когда я начала кормить грудью, мне говорили, на бульоне не есть. Отдельно варишь мясо, суп на воде добавляешь, тогда мясушка. Ну, это для вас, мамаш. Что, вкусно? Вкусно. А что ты с нами садись пообщайся? Ой, доела я борщ. Сейчас буду пробовать вот этот вот пирожное тирамису. Аня сказала, это шедевральное она что-то. Вкусное, да? А вот это что сверху? Вот это такое? Шоколадка. Шоколадка? Ну, я съела. Ой, упала. Она как лепесточком, каким-то узорчиком. Зайка. Сейчас зайка. Попробуем. Ой, мягенькая. М? Вкусно. Но это не такое тирамису, как я вот покупала. Это какое-то другое. Мне кажется, тут бананы есть. А может и нету. Не, вкусно. Ой. Вкусно. Сейчас чай попью. И попробую вот эти вот вкусняшки. Вкусненько. Ну, кстати, у Чана большой выбор разный. Вот такие вот, как маленькие, нарезанные уже. Ну, гости идешь, взял и пошел. Угу. Кофе пахнет. Это ж сверху кофе, да? Не знаю. Не, мне мой телефон. Мне как кофе. Очень вкусно, все вкусно. Особенно после борща, что у меня тут уже торчит. Свет включите себе. Что-то камелушка капризунеет. Мама. Куда ты меня положила? Быстро на руки взяла. Булочка. Булочка. С маком. Видела, как ляшечки загорели? Видела, ножки загорели. Ляшки. София, будешь такой пироженка? Не буду. М-м-м. София, а что ты не захотела прозрачные брать рахатки? Они самые вкусные. Ну, те желтенькие. Желтенькие, да, они самые-самые вкусные. Простите. А что ты сказала не брать их? Мне не нравится, когда положили, но мне не понравилось. А, ну все, так и скажи. М-м-м. А мне нравится, что у них нету таких привкусов. Вкусно, девочка. Он такой мокренький. Угу. Не сухой. Не сухой.
Кисточку тирамису. Давай. Лучановский. Камила, тебе нравится? Ой, я уже все. Глазки закрываются. Да. Да? Мне тоже. После Камила, борща с луком. Так, какое ты мне советуешь попробовать? Кого? Я только белый. Белый, да? Да. А вот эти белые разные или нет? Одинаковые. А просто орех разный, да? А, и желтый, значит, все одинаково. Ох, Леся. Но уже он садится вовсю. Сама поднимается. Да. А можешь поснимать для нас? Для вас? Да. Могу. Микки с мяди... Ой, с... Ми... Ой. Ой, мама, сейчас бы как бы риганули. У кого отрыдзитька? Отрыдзитька, да? Эге. Кто-то Микуся. Микуся. У кого там зуб ползет? Анечка, покажешь нам наряды Камилочкины? Да, не хочет лежать и все. Потому что ей весело с нами. Ну, дайте ей игрушечку. Шафеты. Ой. 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 Микуся, прости, пожалуйста. Рядом лежала Микки, она его за бантик. Микки. Микуся, чекай. Поиграй с ней. Поиграй. Повесели. Ой, вот эти девочки очень сытные. Я скушала... Две и все. Одну. И все, я не могу. Или, ну, я же больше не ела. Ладно. Ну, это кто любит сладкое для... Мне кажется, оно такое не вредное, да? Ну, давай, ты нам тут покажешь, иди к нам. Идем. Давай, уже это Панама. Я... Панама. Панама вот такая. Она такая мне чудная. Ну, ей хорошо. Не, ей хорошо. Мы много панамок перемерили в этой самой красивой. Можно... Это бантик сзади, наверное, не впереди. Ну, а, не, резиночка сзади, а бантик впереди. Можно хорошая, сбоку панаму такую тоненькую? Да. Тоненькая такая. Такое платьечко. Платьечко. Сарафанчик такой тоненький. Арбузики, да? Да. Хорошенькая. Будет в коляске сидеть. Вес. 9-10 килограмм, это на 9-12 месяцев. Нам сегодня 5. Мы весим 8,5. Но тут 9-10 килограмм на... Ну ничего, она хорошо кушает. Не знаю, что она булочка. Булочка. И вот такой вот супер сарафанчик. Тут еще такая сумочка есть. Ой, ну сумочка это подрастет потом ей. Нет, да, ну такой вот джинсовый сарафанчик. Аня, вот под панамку, под бантик, красиво, да. Он тоненький, да? Обалденный. Угу. Я вот думала, что у вас есть джинсовый сарафанчик. У-у-у. Такой будет Камилочка ходить. Всем от бабушки с дедушкой вам на 5 месяцев. Спасибо, спасибо. Обновки. Много не хочется покупать, потому что... Она не успеет сносить, потому что... Сумочка ваша. Наверное, панамка это вообще. Она такая хорошенькая. Хорошенькая. Как хорошо, что ее заметили. Мы там и косынки примеряли. Ну, и... она какая-то. Ну, она как, ну, чудная, смешная. Не... А это вот именно девчушка хорошая. Все, спасибо, что показали. Ладно, девочки, мальчики. Всем тогда пока. Я уже такая.